Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Я вас приветствую на своем канале. Сегодня хотелось бы вам показать вот такой небольшой свой мастер-класс по приготовлению таких бутербродиков. Бутербродики, значит, это ракушечки называются, из слоеного теста. Вот, посмотрите, все очень красиво, все очень вкусно делается. Без всяких заморочек, то есть не так долго времени уходит на приготовление, но съедается на улет. Поэтому давайте потихонечку начнем готовить. Поехали! Ну что, мои хорошие, данной закуски нам понадобится, соответственно, тесто слоеное, в моем случае дрожжевое, но можно и не дрожжевое. Ну, конечно же, мука. Начинка, значит, моя состоит из слабосоленой рыбки. Ну, тут примерно 200 грамм. Огурца. Все это мелко порезать квадратиками. И в начинку также входит на крупной терке потертый сыр. А еще хотелось бы сказать по поводу начинки. В это данное, значит, блюдо можно ложить буквально любую и всякую начинку. Я пробовала и крабовые палочки, все получается очень вкусно. Но сегодня я хотела бы вам продемонстрировать вот такую вот начиночку, значит, из огурца, красной рыбы и сыр на крупной терке. Также можно огурец, красная рыба и сыр творожный. Но единственное, что туда надо будет добавить немножечко укропа. Тоже получается очень вкусно. Ну что, приступим. Приступим, значит, нам надо что сделать? Нам надо раскатать наше тесто. Раскатать наше тесто. И, соответственно, сейчас покажу далее. Вырезать стаканчиком. Кружочки. Пробуйте, правда, очень вкусно получается. На время, на готовку времени уходит, ну, немного, но закуска того стоит. Попробуйте, надеюсь, что вам понравится. Так, раскатать где-то сантиметров, да даже не сантиметров, а миллиметров. Я просто это все делаю на глаз, уже привыкла. Уже делаю эту закуску не в первый раз, поэтому приблизительно так. Далее, значит, начиночку мы пока убираем. Берем, значит, что нам надо. Нам нужна противень. И вот таким, значит, стаканчиком я вырезаю кружочки. Кружочки. Можно муки, наверное, побольше. Да. Так, вот такими кружочками я укладываю это все на противень. Мои хорошие, вот что получилось. Значит, что бы я хотела сказать по поводу теста. Тесто, объем этого теста получается ровно на 2 противни, то есть закуски получается немало. Далее что мы делаем? Далее мы, значит, разогреваем духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим данные, значит, кружочки наши запекаться 15 минут. Они запекаются очень быстро. Форму вы видите. Значит, противень я сегодня пергаментом
покрыла. Ну что, давайте запекать. Далее вам все по порядочку расскажу. Итак, смотрите, 15 минут прошло, мои хорошие. Вот такие ракушечки у нас получаются. Запеклись, мне все нравится. Значит, по поводу начинки. Начиночку, все, что я вам ранее показывала, я все это перемешала. Значит, добавила по вкусу майонез. Не солим, не перчим. И как бы все. Вот такую начиночку мы будем забивать в наши, значит, ракушечки. Что делаем дальше? Дальше мы ракушечки берем. Ножичком это все аккуратненько, значит, поднимаем. Поднимаем. И аккуратно забиваем туда начиночку. Начиночку забиваем. И немножко это все прикрываем. Вот таким образом мы все это красиво укладываем. Смотрите, поднимаем. Это правда очень вкусно. Повторюсь, начинку можно ложить на любой вкус. Но мне вот из всех начинок, конечно, это понравилось больше всего. Аккуратно забиваем. Накрываем. Вот такие ракушечки у нас получаются. Смотрите, аккуратненько прорезаем. Вот такая ракушечка. Забиваем начиночку. Таким образом волнуюсь. Вот. Такая красота у нас получается. Опять также надрезаем. Поднимаем. Ой, начиночку укладываем. Так, волнуюсь, конечно. Немножечко прикрыли. Вот. И так далее, пока все не закончите. Смотрите, какая красота. Сейчас покажу, что получилось. Вот, мои хорошие, как-то так получилось. Очень даже неплохо. Так что, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всего вам доброго!